опускать или поднимать. Ну, что, нет, ну это не комбайн, это струк, наверное. Ну, что, это нож, который срезал. Нет, комбайнер. Ну ты не надо так сильно-то. Точно. Средний вот поставь, и пусть она с это сама регулирует, что ли? Регулируется там. Шахты в Челябинске есть, Оля. Шахты в Челябинске есть. Уголь, что ли? Да, уголь. Я ехал, там города, моногород. Это я здесь маленький работал на Кобзовой второй, Новоградская. Отключить. Наградская. Закрыли. Приз. Окей. Участка, а потом порубил. Да, он не сам не знал, поэтому так и получилось. Ну, все, ясно теперь. Ну вы разговариваете, что вы замолчали? Потом ушел в НИУИ, президентская организация, которая была. Ну это институт был, как это? Институт был. Я себе там давала символ веры. Вот это я. А сейчас у них здание-то там маленькое, чуть дальше-то. Вот ниже, кирпичный-то был, что там было раньше? Там еще было самое, как ее... обогащение. Обогащение. Она двухэтажная или трехэтажная? И еще там был филиал в НИМИ. А в Кузнице были в самом Кузнице? Сейчас? Да. Нет. Там рынок. Там, по-моему, четвертый этаж. И то, наверное, половина крыла обрезана, как говорится, да, что-то да, институт. Да, там везде. А три этажа рынок, а четвертый тоже, и, по-моему, уже они к четвертому там продутся. Там чуть-чуть там инвалиды маленько есть. Но там уже все. Когда раньше-то он институт был, он весь. Ну, в те времена. Да. Я помню. Так его директор Дмитриев построил. Мы были, базировались там, где... Так, а там база как драм... У драмтеатр, как его, Островского? Ну. Внизу там. Внизу, где линия большая проходит. Там Артём? Или Артём? Артём? Ну, нет, Артём-то за линией. Вот за линией. Там вот за линией. Тогда располагался Кузнецкий, там он формировался. А, по первости? Оттуда, да, по первости. А там тоже какие-то дома-то, вот мы ходили-то там. Еще за собой. Нет, ну там механический вычислительный центр там. И механический завод вот этот стоит с забором. Да. Механический какой. Но это, видать, от базы Кузнеи, я понял, так, там технику делают или что. Где-то откуда? Это все да. Но за Кузнеи какая территория-то? Где инвестиция, там-то территория эта. Там... Антон Александрович. Да. Российская Федерация, Санкт-Петербург, государственно-образовательное учреждение высшего профессионального образования Санкт-Петербургского государственного горного института имени Плеханова. А Ломоносов где? Он не горный институт? Ломоносов нет. Нет, то МГУ. Нет, он в Питере жил. Тогда-то Питер был, это столица. Техни... Ну, когда Ломоносов, ну, то он был в Питере. Ну и кто по профессии-то? Присуждена квалификация горного инженера. Главного? Да. По специальности подземная разработка месторождений полезных ископаемых. Ну, он везде, может, и на золотых шахтах работает. На ферокемнастер. А это что такое? Главный инженер. А это вкладыш с оценками вкладыш. Все тут. Все эти самые курсовые, дипломы, все там все написано. Ну это как и к правам-то тоже это дается. Ну да. Сертификат. Как экзамен сдал, да. Как еще. Нет, ну рано еще. Дай хоть час пройдет. Ну и что, мы сейчас нормативный период. Надо же еще где можно. Если на горячем не делали. Нормативный период обучения. По очной форме 5 лет. А заочно он тоже 6, да? Да. 6. Сейчас пока покушаешь, пока посидим и пойдешь. Так что не мастер на все руки, а инженер на все руки. Технический инженер. Да, на все руки. Она вот маленько остынет. И как раз... А, это обед, тут обед, это. Обед. Это все семестры или как? Снимай.
Все, кадр экзамен? Нет. Ну не идет там титры? У нас нормально, а это вообще ну, все. Нет, два, нет, я ничего. Два раза в день. Ну, я ничего. Ничего. Ну, я ничего. Тебе хорошо, Люба, уже ужином мне кормить. Ну, да, конечно, супчик, голубчик. Да я это необходимо мне делать. Конечно, конечно. Так, Антон. У нас это, ну, моему суицидальную операцию делали в Новосибирске. На сердце. 260 тысяч. Эти, как тромбы. Тромбы удалили на трех венах около сердца. Ну, или в сердце, как там их? Ну. Володя Тамара. Ну, Тамара, у сестры, у мужа. Ну, его вот. Он еще... С ноги вену взяли и сюда поставили. Ну, это шунтирование. Ну, я... Да? Ну, шунт. Ну, потому что ты работаешь. Ну, что деньги с меня ужить? А на коляске одинаково ездить. А вот за счет вот этих классных больных... Они но я, чтобы вам было понятно, что такое нет. Деньги. Я, конечно, сам я не собирался за деньги ничего делать. Нет, это вот прижмёт, ты сделаешь. Нет, а где денег нету? Да. Если по 200 тысяч платить за день, ну так это... Она операцию вот делали своих 250 тысяч. Ну вот. А ему вот это... Федеральная это. Ну вы слушайте, что вы так вот, сказали. Слушай, по поводу этого центра, чтобы вы, и, видимо, Новосибирск, потому что они строились почти в одно время. Что Пензенский, что это, по федеральному... Ну как там, ну, за России, наверное, да? Да. Федеральный закон. Ну я был наслышан. Даже у нас пытались там чего-то, меня тянули. Прежде чем узнать, что такое сердце и как сосуды его, нужно пройти такую процедуру, как коронарография. Она записывается на диск. Маленький такой диск. Но ЭКГ это не то. Нет. Что? ЭКГ. А когда сердце УЗИ? Это сердце? Только понюхать. Что а УЗИ? Идет. А УЗИ? И то же самое. Тоже это, а это, Тамаре тоже говорит. Вот когда ты проходишь коронарографию, врачам, специалистам понятно, что в сердце. У тебя рана сосуд, да. Нет, в сердце какой? Хороший сосуд, который ну, где? Все ясно. Вот я эту процедуру тоже прошел. Но она бесплатная. Нет. Ну а по квоте идет. Если ты попадаешь в квоту, да. Тебе сделают бесплатно. Но все равно. А ее где могут делать эту штуку? Только в центре сосудистой хирургии. Почему? Так он не ездил, ему в Кургане делали. Почему это? Почему? А куда он едет? Ну значит, в Кургане. Ему в Кургане сказали тромбы, у него его надо или в Челябинск везти срочно, или в Новосибирск. Срочно, он мог в машине в поезде умереть. Ребята, ну ты что кричишь на коронарографию, просто... кардиоцентр, если есть в Челябинске. А почему в Кургане? А в Кургане почему? В Кургане, да, если может, есть. Они в Челябинске ездили, я что по телефону, все. А где вы делали, а за сколько, а что? Ну вот это все. Нет, по телефону же все не скажешь. Вы не спорьте, я просто вам. Это Василий Харлампевич. Повтори снова, что дед был какой смолист? Работал. Стволовым? Работал стволовым на шахте 3-3 БИС. По обличию он имел смолистую, темно-синюю или как черную бороду. Большую. С окладом. Ну, достаточно. Удивительно. Ну, по тем временам многие имели такие. Может быть, ну, может, это еще деревенская привычка.